друзья, всем здравствуйте. Продолжаю свой репортаж о моей коровке Ночке. Так, мы уже готовимся к котелу. Сделали укольчики с витаминчиком. Сейчас, по моим подсчетам, ориентировочно дней 10 нам осталось. Может быть, раньше. Уже и под хвостом сукровица, и вымя надувается. И вот приближаются эти радостные моменты. Надеюсь, что нам повезет. Я засниму рождение теленка. Но это будет через 10 дней. А сейчас я хочу вам рассказать про моих овечек. На самом деле, я в них влюбилась 3 года назад. Мы по случаю приобрели романовскую овечку. У нее были две дочки. Вот мы ее купили, привезли, стали думать, как их, кем их крыть. Вот, кем их крыть. Купили романовского баранчика. Ну, как бы почитали про него. Как-то подумали не очень. Потом купили эдельбаевского баранчика. Тоже подрастили. Вот. И как-то на выставке «Золотая осень» 2018 года мы приобрели барашка катумской породы. Ребята, я хочу вам сказать, все их качества, все, что все их мясные, молочные качества, это мясная порода, нас они просто в себя влюбили. После чего баранчик у нас подрос, покрыл нашу романовскую овечку. Родились у нее 2 ягненка. Вот. Они, кстати, стали линять. То есть катумская порода выведена под Санкт-Петербургом в Катумах. Ну, кто знает, 20 лет лебедь выращивал эту породу. Вот. Они линяют сами, их не надо стричь. Это очень важно. Быстро растут, неприхотливые. Неприхотливы в еде и во всем. В общем, порода нас влюбила в себя. Мы стали приобретать постепенно разных ярочек. Вот. Где-то купили суягную ярочку, где-то купили просто ярочек. Вот. Держим их уже 3 года. Барана своего мы уже продали, так как от него уже были девочки. Летом, в мае месяце, купили у лебедя барана и молодого баранчика. Очень хорошая порода, очень хорошие детки рождаются. Теперь ждем все следующего приплода. Приезжал к нам делать УЗИ врач. Все у нас суягные. Теперь подпустили молодого барашка. Может познакомиться с девочками. Вот. И скоро будем ждать новых прибавлений в нашем семействе. Это 2 молодые ярочки. Тоже приобрели в Катумах. Их мы пока еще не запускаем. Им надо расти и расти в следующем году. Видите, какие красавицы. Очень хорошая порода. Если что интересно, пишите в комментарии. Разводим, продаем барашков на племя. До новых встреч!